В холле Брестского областного общественно-культурного центра, где собралось много гостей, работников Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта», разместились интересные выставки и интерактивные площадки. Добавляла праздничной атмосферы живая классическая музыка. Много улыбок и смеха, веселой суматохи и волнительного ожидания. Эти эмоции гостей понятны, ведь Брестскому филиалу Белпочты исполняется 25 лет. Все это время почта находится рядом, совершенствуется, ускоряется, модернизируется. Более 80 объектов почтовой связи приобрели новый современный вид. Более 10 объектов почтовых связей построено новых. Переведено в новые площади и расширены новые площади. Около 25 объектов почтовой связи. Преобразились наши клиентские залы. Ну, кроме этого, внешнего, скажем так, вида наших объектов почтовой связи, отрасль за эти 25 лет шагнула вперед по технологическим процессам. Практически все отделения почтовой связи на сегодняшний день автоматизированы. Изменены технологические подходы и оцифрованный ряд услуг. Да, за четверть века сделано немало. На протяжении всего этого времени трудовой коллектив предприятия работал над развитием почты. Постоянно внедрялись новые услуги, сервисы. Все для того, чтобы клиентам было удобно. И этого принципа сотрудники Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» придерживаются всегда. У нас сейчас вводится национальная почтовая электронная система, которая позволит передавать письменные сообщения, документы, в принципе, не выходя из дома или офиса. То есть минимизируя контакт, особенно в тяжелое нынешнее время. Почта постоянно совершенствуется. Пополняется клиентская база, увеличивается количество и качество предоставляемых услуг, формируется трудовой коллектив профессионалов. Сегодня 80% работников имеют специальное и высшее образование, несмотря на то, что у 85% рабочие должности. 44 года проработала в разных должностях в Брестском филиале «Белпочта». Пришла в 1971 году почтальоном, но думала, что я буду временно, поскольку первый год не поступила в высшее учебное заведение, думала, что приду почтальоном, поработаю и дальше буду поступать. Но так получилось, как всегда, когда думаю, что на чуть-чуть, получается, надолго осталось. Закончила высшее учебное заведение по специальности инженер-экономист. И продолжала работать. Торжественный концерт, посвященный 25-летию Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» и чествование лучших специалистов, стал заключительным аккордом праздничного вечера. Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».